Жители Приднестровья взволнованы взрывами и выстрелами, которые доносятся с молдавского полигона в Бульбаке. Об этом заявил сопредседатель УКК Приднестровья Олег Беляков. По его словам, членов комиссии не предупреждали об учениях. Всю информацию они узнают в интернете. Вчера они только вошли, а сегодня они начали стрельбу. Реально слышны реальные разрывы взрывов. В Гребском районе люди очень тревожны. Никто никаких разъяснений не дает, только на официальных каналах и сайтах Республики Молдова какая-то информация об этих учениях, не более того. Вот это, конечно, обязательно как-то все-таки, что мы как-то подсвечивали, успокаивали население, потому что это может как-то окнуться не очень хорошо. В разных уголках Молдовы в последние дни была замечена военная техника. Судя по всему, ее везли на Бульбокский полигон. В учениях «Огненный щит» на базе Национальной армии Молдовы участвуют военные США и Румынии. На учения прибыл начальник генерального штаба Румынии Попеску и американский генерал Хант. На полигоне, который находится в нескольких километрах от границы Приднестровья, из артиллерийских систем взрывы слышны в селах Григориопольского района и в бендерских микрорайонах «Северный» и «Солнечный». Завтра на заседании Объединенной контрольной комиссии приднестровская делегация сделает заявление по этому поводу. Президент Молдовы Майя Санду тем временем провела встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Сперва они неофициально пообщались в самолете, который летел из Великобритании в США. Затем прошла полноценная встреча. Столтенберг заявил, НАТО уважает нейтральный статус Молдовы, альянс готов к расширению сотрудничества. Это, во-первых, демонстрация сближения и близких позиций. С одной стороны НАТО, с другой стороны Молдова. Если мы ведем разговор о перспективах Молдовы, то это ведь тоже привязывается к натовским структурам, которые, это военно-политический блок, который помогает развивающимся странам решать свои там и прочие проблемы. Интерес сегодня к Молдове со стороны НАТО и со стороны Европейского Союза, он очевиден. Как сообщает молдавская пресса, одна из целей учений «Огненный щит» – повышение уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров.